новом интерфейсе ваша компания организована в виде удобной таблицы, в полях которой представлены основные показатели эффективности компании. Чтобы быстрее анализировать данные, которые важны для ваших бизнес-задач, вы можете менять набор и порядок полей по своему усмотрению, а также пользоваться фильтрами и поиском. Если среди ваших компаний есть те, с которыми вы работаете особенно часто, пометьте их как самые важные. После этого вы в любой момент сможете скрыть из списка все остальные. Массовые операции с компаниями, например, остановка и запуск, отправка на модерацию, доступны в меню «Действия». Чтобы отредактировать параметры отдельной компании, нажмите шестеренку. Дневной бюджет для компании с ручным управлением ставками можно редактировать прямо в списке компаний. Просмотр статистики доступен как для нескольких компаний сразу, так и для каждой в отдельности. Создать новую компанию теперь можно с любой страницы интерфейса. Для этого нажмите кнопку «плюс» в левой панели, укажите, что создаете компанию, и выберите ее тип. После сохранения новая компания появится на странице «Моей компании». Желаем успешных рекламных кампаний!